Для простого человека, как правильно принимать решения в каждый момент своей жизни, чтобы было ему хорошо? Что бы вы посоветовали? Сделай так, чтобы люди тебя одобрили. Для руководителя, как правильно принимать решения, чтобы было хорошо ему и его подчиненным? Посоветуйся с подчиненными. Для политика, что бы вы посоветовали президенту, например, чтобы принимать правильные решения? Чтобы он поискал умных людей. Для родителей, какой совет вы могли бы дать, как правильно принять решение в семье? Понять ребенка и дать ему такой вид занятий, который может его увлечь и сделать из него великого. Ну и для тех людей, которые ищут смысл жизни, что бы вы посоветовали? В чем этот смысл, где его искать? Приходить в нашу организацию. Я не вижу, где еще есть смысл жизни. Скромно. Да. Ну и последнее. Вы считаете, нужно учить человека принимать решения, или это естественный природный навык, или это следствие воспитания, образования человека? Здесь просто очень много курсов, как принимать правильные решения. Когда я готовился к передаче, ну просто огромное, где вам... Да, но все они в рамках земных, поэтому я ничего не могу с ними говорить с ними на одном уровне. Это в земных рамках принятия решений. Ну, мы живем в земных рамках. Люди Нет, дело в том, что сегодня это уже не так. Сегодня мы живем уже в таком поколении, которое должно выбирать путь даже в решении самых элементарных, может быть, производственных задач, который бы совпадал с общей задачей мироздания. Иначе не получится ничего из этого предприятия. Угу. То есть, в принципе, мы говорим о том, что нет каких-то четких таких советов, не надо проходить курсы, надо постоянно себя культивировать. Надо проходить курс, пускай приходит наш курс, и постепенно-постепенно они начнут понимать, как работает вообще вся эта система, называемая одной душой, Адам, и как в этой системе мы можем себя абсолютно правильно вести. –